В этом видео хочу поговорить про Криса Тайсона. Прошло чуть больше года с момента моего предыдущего видеоролика, как вокруг члена команды, точнее уже не члена, уже не команды Мистера Биста Криса Тайсона, разгорелся новый скандал. Для тех, кто в танке и не помнит, чем этот персонаж прославился в прошлом году, он официально сменил пол на женский, бросив при этом свою жену с маленьким ребенком. Объяснил он этот поступок долгой внутренней борьбой и непринятием себя в мужском обличии. Начиналось все с жеманных повадок, более женственного образа, а закончилось окончательным решением сделать заместительно гендерную терапию. Для чайников операцию по смене пола. Год назад я буквально озвучивал мысль, что Мистер Бист после подобного решения члена своей команды окажется загнанным в тупик. Потому что с одной стороны решение оставить Криса Тайсона в его команде может повлечь за собой больше хейта, а я вам открою секрет, большинство людей на Западе относительно базированы и также, мягко скажем, недовольны навязываемой крупными компаниями повесткой. Просто их не особо слышно, потому что те, кто в грубой форме выступает против этой самой повестки, обычно банят на всех популярных ресурсах. А решиться выгнать Криса Тайсона с другой стороны, даже не за его гендерную идентичность, а по любой другой причине, условно, если он будет халатно относиться к своим задачам. Может повлечь за собой обвинение Мистера Биста в трансфобии, отмену его либеральным меньшинством и, что самое страшное, крупными компаниями, которые поддерживают интересы этого самого меньшинства. А это, соответственно, потеря определенных рекламных контрактов. И вот на днях с Крисом Тайсоном произошел очередной скандал. А именно на этот раз на него посыпались обвинения в пикфилии. И самый сюр заключается в том, что для разоблачения этого факта даже не пришлось ничего копать. Все это буквально лежало на поверхности в его твиттере 7-8-летней давности. Более того, на Криса Тайсона посыпались и другие обвинения в том, что он якобы сливал нюцы своей бывшей женщины. А также, что он поддерживал связь с довольно известным на Западе в узких кругах художником Шедманом, который частенько рисовал арты в полуобнаженном стиле с абстрактными, а то и конкретными девочками, которые порой являлись несовершеннолетними. Была даже ситуация, когда Шедман нарисовал 8-летнюю дочь популярного на Западе ведущего Ким Стара, так скажем, в не совсем потребной сцене с Дональдом Трампом, что уже являлось откровенным перебором. Но почему-то только сейчас Ким Стар высказал претензию Крису Тайсону в том, что он когда-то поддерживал этого ублюдка. И тут такой момент, хоть и Крис Тайсон напрямую не поддержал черную шутку Шедмана с дочерью Ким Стара, однако продолжал им восхищаться и даже заказывать у него работы вплоть до 2019 года, пока он уже не обрел большую популярность, и такая сомнительная дружба стала не особо выгодной. Более того, Крис Тайсон регулярно писал у себя в твиттере, что ему нравятся арты с эротическим подтекстом. Но это еще цветочки, главное же обвинение, которое против него выдвинули, это общение в дискорде и твиттере с 13-летним подписчиком Лавой. В тот момент, когда Крису Тайсону самому было 20. Его шутки в адрес этого пацана были крайне неуместными. Например, я специально запостил для тебя некоторые фотографии, пожалуйста, не распространяй. Также пацан называл Криса Тайсона папочкой. И более того, однажды они увиделись в реальной жизни, где в процессе встречи пацан был в сопровождении родителей. Однако после обвинений в сторону Криса, казалось бы, когда можно медийно подсосаться хейту и выставить себя жертвой, повзрослевший Лава, наоборот, выбрал за него заступиться, написав в твиттере: «Отстаньте от Криса, это был лишь юмор по обоюдному согласию». Крис никогда не скрывал своих сообщений, все это находится в открытом доступе. Повторюсь, все это происходило в 16-17 годах. И вот что я по этому поводу думаю. Наверняка зумеры, которым сейчас лет по 13, знают YouTube как стерильную family-friendly площадку, на которой любой блогер, имеющий маломальский вес в медийке, вынужден по максимуму себя ограничивать, чтобы не стать жертвой скандалов и разоблачений. Однако вы не помните в сознательном возрасте YouTube середины 10-х, то есть 15-16 года. На тот момент грани того, как можно себя вести, как можно шутить, а как нельзя, были максимально размытыми. Чтобы вы понимали, я очень любил в 15-м году смотреть видео формата троллинг детей в Копателе онлайн. И некоторые авторы, я сейчас уже наверняка не найду какие, вполне себе свободно в своих видосах шутили над девочками, не достигшими пубертата, что хотят с ними бом-бом-бом. Сейчас такое представить невозможно, если YouTube тебя за такое не забанят, то как минимум захейтят зрители и другие блогеры, обвинив тебя в пи***ли. А тогда для многих это было смешно. Камон, тот же Нефёдов, который вел передачу «Школа блогера», не особо сдерживал себя в выражениях, порой оскорбляя, смеясь над внешностью и устраивая открытую травлю обозреваемых им детей, сейчас бы подвергся лютому хейту. А тогда он был крупным уважаемым блогером. Сюда же шутки над национальностями, расой, сексуальной ориентацией. Раньше это было не то, что непорицаемо, а даже пользовалось спросом у аудитории. И я это все к чему? Мне лично Крис Тайсон не нравится, как минимум потому, что он бросил жену с ребенком, а как максимум, почему, не буду говорить, потому что такая позиция сейчас на YouTube не приветствуется. Но я такой человек, что я буду защищать любого, кого хейтит незаслуженно. Так вот, какие-то древние высказывания и поведение человека в интернете в определенный временной промежуток нужно рассматривать не через призму современных ценностей и стандартов, а через призму того времени, когда этот человек делал определенные вещи. Допустим, в США 60-х годов называть афроамериканцев словом на букву N считалось абсолютной нормой. И что, давайте сейчас выцепим какого-то деда, который в 60-е годы дал интервью, где произнес это слово, и будем сейчас ему предъявлять за расизм? Ну, я думаю, аналогию вы поняли.
Ситуация с художником Шедманом и 8-летней дочерью Ким Стара сейчас выглядит максимально ужасно, я с этим согласен. И если бы сейчас Крис Тайсон хотя бы просто продолжал общение с таким человеком, то это бы сильно пошатнуло его репутацию. Но тогда хоть Шедману и писали, что это перебор, но для какой-то части его аудитории это было смешно. А Крис Тайсон, повторюсь, даже напрямую эту шутку не поддержал. Теперь, касательно неуместных шуток в отношении на тот момент 13-летнего мальчика, который являлся его интернет-корешем и по совместительству подписчиком. Я согласен, что сейчас это полный пи***ец, даже в парадигме шутки. Писать мальчику, что ты ему отправишь какие-то там фотографии. Ну, во-первых, зайдите в какую-нибудь доту, там еще и похлеще 20-летние парни общаются с 13-летними токсиками. Поэтому лучше играть в игры, где малолетних токсиков не будет. В какие, спросите вы? Ну, например, в WoW Cirrus, в которую лично я залипаю каждый день, и ты спокойно можешь меня в ней встретить. WoW Cirrus — это самый крутой бесплатный сервер по Варкрафту. И средний онлайн под вечер в количестве 35 тысяч игроков это более чем подтверждает. В игре целых 13 видов рас, а также есть уникальные расы нагов и драктиров. Модельки персонажей были улучшены, плюсом завезли более вариативную кастомизацию. В WoW Cirrus есть интереснейшие мини-игры, которые меняются каждый сезон. А также есть свои уникальные стартовые локации с квестовыми цепочками. Собственные рейды и подземелья. Ну и не забываем про адаптированный контент с других патчей, например, рейды из Burning Crusade. Если ты новичок, то тебя ждет грамотный путеводитель, который поможет тебе во всем разобраться. А после 80-го левела для тебя ничего не заканчивается и ждет уникальная система прокачки. Ну а про PvP-сезоны с ежедневными активностями, например, Остров Андракис или Кильданас, я думаю, даже говорить не стоит. Также добавили третью фракцию ренегатов, теперь ты можешь сражаться один против всех. А призовой фонд PvP и PvE сезонов вырос до 5 миллионов деревянных. Так что если ты хочешь поиграть вместе со мной во всем вам знакомый мир Варкрафта, да еще и бесплатно, кстати, мой ник в игре Неомаразм, то переходи по ссылочке в описании и окунайся в этот удивительный мир с головой. Но тогда такие шутки были, если не нормой, то по крайней мере ничем особо криминальным. Потому что все прекрасно понимали, что если мальчик называет Криса Тайсона папочкой, а тот с этого рофлит, то это исключительно в рамках шутки между хорошими знакомыми. Повторюсь, интернет-знакомыми. Но уж никак не переписка между PDF-файлом и жертвой. Да и причем 13 лет — это не 5-летний ребенок. В 13 лет современные дети знают такие матерные слова, которые я до сих пор не слышал. Повторюсь, сейчас в рамках современной интернет-этики такое уже не норма. Но только конченый дебил не сможет рофлы, пусть и неуместное, отличить от домогательств. Да камон, уже повзрослевший пацан сам написал в твиттере «Отстаньте от Криса, это было рофловое общение». Хотя он мог легко подсосаться к его хейту, заявить о себе, выставить себя жертвой, поимев определенную дозу хайпа. А тем, кто мне напишет «жертвы пи***ли» и порой склонна привязанность к обидчику, я хочу ответить, что пацан уже повзрослевший. И он достаточно в сознательном возрасте, чтобы под другим углом посмотреть на те вещи, которые с ним происходили в детстве. Мистер Бист, кстати, по итогу уволил Криса Тайсона и пообещал провести свое независимое расследование его якобы нездоровых наклонностей. Ну, мистера Биста тут действительно понять можно, хоть это и его кореш давний, но все-таки на кону стоит репутация, а этим нельзя жертвовать, если ты самый крупный блогер в мире. Еще пару слов хотел сказать касательно сливов нюдсов его бывшей. Это на самом деле вообще какой-то сюр. На самом деле слив произошел не бывшей девушке Криса Тайсона, уж точно не по вине самого Криса Тайсона, а слив произошел бывшей актрисы Никелодиума по вине совершенно других людей. И в те годы ее фотки форсились по всему интернету. А все, что сделал Крис Тайсон, так это, внимание, будучи школьником, на своем канале в 100 подписчиков, снял видео, где забайтил аудиторию голыми фотками этой актрисы по ссылке в описании. Еще раз послушайте, тупой школьник со 100 подписчиками решил хайпануть на чьих-то сливах. Ну это я считаю пи***ц зашкварище. За что нужно точно отменять человека спустя 10 лет. Причем вам здесь может показаться, что я защищаю Криса Тайсона. И я вам отвечу, при всей моей неприязни к нему как к человеку, я думаю, вы догадываетесь почему, озвучивать не буду. Но отменять его нужно уж точно не по тем причинам, которые были озвучены. Потому что я лично знаю, что это такое, когда тебе предъявляют за какие-то комментарии ВКонтакте 100-летней давности, которые были сделаны, когда ты вообще еще не был публичной персоной, за какие-то древние высказывания, за которые ты 100 раз уже извинялся. То же самое и с Крисом Тайсоном. То есть он как-то неуместно шутил по отношению к 13-летнему мальчику, решил, будучи школьником, хайпануть на сливах популярной актрисы, поддерживал связь, ну, с достаточно сомнительным художником, но делал он это в то время, когда такое поведение и такие шутки еще настолько остро не воспринимались в обществе. И в целом интернет был намного менее стерильным. И это стало причиной его хейта спустя 7, мать его, лет. И причем, знаете, что самое смешное, у большинства хейтеров, по крайней мере на русскоязычном пространстве, телеграм, блядь, на пожизненное тянет. Но при этом, если кто-то 7 лет назад позволил себе какие-то неосторожные высказывания,
высказывания, неуместные шутки, то его тоже нужно отменять. Вы меня, конечно, извините, но просто с этого бомбит. Ну и какие мы тут можем подвести итоги? Крис Тайсон идиот, что не почистил свой твиттер, будучи настолько медийной персоной? Я считаю, что нет, потому что лучше уж пусть зрители знают то, что было на самом деле, то есть владеют всем контекстом ситуации, из которого они смогут сделать какие-либо выводы. Чем найдется какой-нибудь гарфон, у которого сохранились старые скриншоты, он их как-нибудь подфотошопит, вырвет из контекста. Ну и что я вам рассказываю, я думаю, вы сами знаете, как это все происходит. Уместно ли было поведение Криса Тайсона в интернете 7 лет назад? Если смотреть сейчас через призму современных стандартов, то разумеется нет. Но если это оценивать в парадигме интернета того времени, то как минимум ничего криминального он не делал. И наконец главный вопрос, является ли Крис Тайсон PDF-файлом? Нет, не является, и доказательств этому нет. Вы еще раз меня поймите правильно, я его здесь не выгораживаю. Но вот эта истерия, которая у нас сейчас происходит в интернете, меня, честно говоря, настораживает. Просто в каждом втором начинают видеть фила. И вообще не берут в расчет тот факт, что это очень серьезное обвинение, которое нельзя выдвигать, основываясь на каких-то догадках. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.